качественные и безопасные дороги. В Затуфокино успешно реализуется государственная программа развития транспортного комплекса Приморского края. В 2023 году в городском округе произведен ремонт проблемных дорог на сумму более 30 миллионов рублей. Реконструкция дорожных объектов на территории городского округа Затуфокино ведется в основном за счет краевого финансирования в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году на выделенные деньги в размере 30 600 000 рублей отремонтировано и реконструировано несколько участков внутримуниципальных дорог. В том числе произведен частичный ремонт автомобильной дороги Фокино-Дунай. 960 метров было по дороге Фокино-Дунай заасфальтировано с частичным замещением грунта, где грунт был продавлен. Стратегическая дорожная артерия, связывающая несколько населенных пунктов Фокино, Подъепольское и город Большой Камень, это дорога до станции Стрелковая. В этом году начата ее масштабная реконструкция. На отрезке дороги протяженностью около 3 километров сняты старые бетонные плиты, произведен ремонт земляного полотна, отсыпано основание под асфальт, нарезаны кюветы. Завершение работ запланировано на 2024 год. Она объездна, если вдруг у нас что-то перекрывается, это основная дорога до Камня. Артем угловой порт, Артем находка порт восточный, то, соответственно, как в том году было, если вы знаете, когда ремонт шли, население ехало через Подъепольск, значит, дальше на Камень и выезжали на основную магистраль. Поэтому, естественно, мы ее будем, до этой задачи стоит губернатор перед нами поставил, что на следующий год эту дорогу закончить. До конца текущего года должны быть окончены ремонтные работы на участке дороги от основной трассы до военного госпиталя и дорожного проезда вдоль улицы Угрюмова. Думаю, что любыми способами попытаемся, чтобы до конца у нас еще есть один месяц, октябрь, до 1 ноября этот вопрос закрыт. Работы над улучшением состояния муниципальных дорог в городском округе будут продолжаться и впредь. Глава региона Олег Кожемяка неоднократно отмечал, что поддержание достойного состояния и расширение дорожной сети – один из основных векторов развития в крае. Вопросы транспорта и дорожного строительства решаются в Приморье стабильно и системно. Стоит отметить, что в период с 2018 по 2023 годы на ремонт дорог в Приморье выделено больше 19 миллиардов рублей. За это время построено и реконструировано около 40 километров новых дорог, а также восстановлено более 720 километров региональных трасс.